Всем здравствуйте! Сын Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков представил в сети свою избранницу. Как известно, у Заворотнюк всего трое детей, старшую дочь Анну и сына Майкла актриса родила от предпринимателя Дмитрия Стрюкова. Младшая же дочь Мила появилась на свет от фигуриста Петра Чернышова. Единственный сын звезды Майкл Стрюков, в отличие от его сестры Анны, предпочитает не рассказывать о личной жизни в соцсетях. Однако на днях молодой человек показал свою избранницу. Девушку зовут София, и многие в сети отмечают фантастическое сходство подруги Майкла с его звездной матерью. Снимок с Софией наследник актрисы разместил на аватаре в своем инстаграм-аккаунте. Тем самым, кажется, юноша подтвердил серьезность своих намерений по отношению к избраннице. Ранее дочь Заворотнюк показала агрессивные сообщения, которые ей приходят. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.